живот. Когда мне нечем будет слушать, ходить, трогать, набивать рот. А если я ухитрюсь избавиться от неуемной моей головы, тогда я точно доживу до старости. Пусть думает, что меня нет судьбы. На самом деле я буду на месте, всего лишь избавлюсь от ненужных вещей. По свету многие ищут меня, да, из лабиринта тяжелых дней. Я прекращаю иметь облик до тех пор, пока не понадобятся руки, глаза, голова и сердце, чтобы уметь воплощать мысли. Тогда я вернусь к живой воде, и я обрету человеческий облик. Я собрался жить долго.